В музейном комплексе «Артишок» открыли выставку, посвященную 90-летию Подмосковья. На картинах городские и природные пейзажи области, портреты и бюсты выдающихся жителей, графика и авторские куклы. Скульптор Константин Синявин, один из организаторов выставки, представил на суд зрителей свои работы. Вот, например, бюст героя Советского Союза Петра Додогорского. Он представлен здесь потому, что он родился в селе Ярополес Московской области. И, в общем, один из комендантов Берлина. Еще, кстати, хочу сообщить, что вот я уже упомянул Михаила Савельевича Машенцева, в честь улицы которого названа Химко. Его бюст в керамике в миниатюрном варианте также показан на этой выставке. Благодаря экспозиции можно изучать и усадебную культуру Подмосковья. Значительная часть работ посвящена видам имений Середнякова, Ярополец, Знаменская, Губайлова и других. Конечно, вдохновляли художников и Химки. Одним из популярных мотивов стал железнодорожный мост, который считается визитной карточкой городского округа. Насладиться искусством может любой желающий. Выставка в музейном комплексе парка имени Льва Толстого будет работать до конца ноября.